Всем здравствуйте! Сегодня мы испечем помпушки с чесноком. Для приготовления нам понадобится 400 грамм муки, стакан молока 200 миллилитров, дрожжи, сахар, небольшой кусочек маргарина, примерно столовая ложка, соль, одно яйцо. Также нам потребуется для заправки помпушек чеснок, сливочное масло, ароматное масло подсолнечное, нерафинированное и немного обыкновенного масла. Замесим тесто. Для этого в таз выливаем теплое молоко. Температура молока, вместо молока можно взять воду, 36 или 37 градусов. Не нужно, чтобы оно было сильно горячее, и холодное тоже плохо. Добавляем чайную ложку соли, столовую ложку сахара, столовую ложку дрожжей, маргарин. Маргарин должен быть комнатной температуры. Столовую ложку масла растительного. Добавляем 400 грамм муки и замешиваем мягонькое пластичное тесто. Забыла вбить яйцо. Клейковина у муки бывает разная, поэтому если тесто получается немножко жидковатым, муки можно чуть-чуть подсыпать, но сильно перегружать тесто мукой не стоит, чтобы помпушечки были мягкие. Тесто должно получиться мягенькое на ощупь, как мочка уха. Излишки муки лучше убрать. Накрываем тесто полотенцем и ставим его в теплое место для расстойки. Тесто должно увеличиться в два раза. Время я не скажу, сколько пройдет, потому что все зависит от активности дрожжей и от температуры, в которой будет подходить тесто. Когда тесто хорошо подойдет, разделываем из него помпушки. Можно разделить на небольшие кусочки теста и сформовать из них шарики. Я предпочитаю другой способ разделки помпушек. Тесто обминаем. Руки у меня смазаны маслом растительным, чтобы тесто не прилипало. Разрезаем тесто на кусочки, формуем колбаску. И колбаску режем на вот такие вот небольшие кусочки по диагонали. Готовые кусочки теста, вот такие разрезанные, выкладываем на противень, смазанный маслом. Оставляем между помпушками небольшое расстояние, так как тесто сейчас подойдет. Можно ставить уже разогреваться духовку до 180 градусов. Как раз пока будет греться духовка, помпушечки подойдут. Духовка разогрелась, помпушки подошли, отправляем их на выпечку. Еще раз повторюсь, выпекать их будем при температуре 180 градусов до румяной золотистой корочки. Пролетело 15 минут, именно столько готовились помпушки в моей духовке. Теперь их нужно смазать сливочным маслом, чтобы они стали мягенькими. Помпушечки получаются со слипиками, теперь их нужно разделить и сложить в миску.
Теперь пампушки слегка присолим. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла ароматного. И насыпаем измельченный чеснок. Накрываем крышечкой и все это перемешаем. Пампушки готовы. С пылу с жару подаем их к столу. С борщом, с чаем, с молоком, кому как нравится. Я надеюсь, что вам понравятся такие пампушки. Приятного чаепития или аппетита. И пока-пока.